17 ноября 1812 года у реки Березины французские войска были окончательно разбиты. Император Наполеон бросил остатки своей армии и бежал в Париж. Тайна. Вы что-то хотели, мадам? Я только хотела полюбоваться на моего императора. Посмотрите, мадам, это для вас. Здесь я выгляжу гораздо лучше. Наполеон Бонапарт. Всемирная история. Банк Империал.